Ребятушки, всем привет. Перед началом видео хочу посоветовать вам канал Life Павел. Ребята, чувак снимает видео про отдых, про готовку, про рыбалку, про все. Канал интересный. Ребята, заходите, подписывайтесь. Ссылочки будут в описании. Так что давайте, ребятушки, посмотрите по видео интересного. Шикарно. Так что, ребят, заходим, не стесняемся, подписываемся на канал Life Павел. Ребят, ссылочку оставлю в описании. Ребятушки, ну всем привет. Все, Павел Васильевич отдыхался. Поехал снимать новый сезон бомжей. Поехал искать своих подопечных. Хули деньги потратил. Надо, блядь, зарабатывать сейчас на бомжах. Опять нахуй, блядь, выставлять, пахать. Ну это все шутки, ребята, так шучу. Ребята, в общем, что, ну отдохнул, как вы понимаете, я вам хорошо, отлично. Ну, хорошо, до клуба постараюсь прошлый сезон. Что-нибудь придумывать будем с Альбинушкой. А там много идей появилось там. Посмотрим, как это воплотится, ребят. Потому что идеи-то до хера у меня всегда было. Просто как это воплощается. Посмотрим, ребят. Посмотрим. Что хотел сказать, ребят? Ну, сегодня бомжик у меня на таком на голодном пайке будет. Потому что денег чего с юга не осталось. Стрим не устраивал. Так их водочкой, сигаретами попою. Если найду, конечно, потому что они приедут, когда я приеду. Я вчера только ночью, ребят, получается, приехал. Сегодня сразу же, видите, кинулся на работу. Все для ваших, вы, блядь, много там не пиздели. Вот, ребят, я работаю, я зарабатываю деньги. Так что как не прийти. Еще там, ребят, там писал один хуйло на нары, там. У него это, да, ребят, он пишет, почему бомжам не берешь? Это многие, я думаю, об этом думаю. Почему я там занимаю у деда, потом ему отдаю, снимаю, ребят. Ребят, когда я беру наличные, ребят, я беру наличные свои. Донатят мне, ребят, на, как сказать, на Киви кошелек, ребят, на Киви кошелек. Его донатейшн забирает процент. Если его брать еще с Киви кошелька, брать наликом, ребят, это еще процент. В общем, получится, если вы кидаете 100 рублей, моих будет всего там вывести, там, если все выведу, где-то рублей 60-65. Потому, ребят, я этими рассчитываюсь там по возможности Киви кошельком так, как бы, ну, бесконтактно рассчитываю с телефоном. И все, это дешевле выходит. А налик я беру, ребят, у себя на работе. Вот, бомжами как-то так. Чтобы вам не было больше вопросов, почему я не беру наличные. Ребят, я беру под определенную сумму. Все. Я больше, блядь, я могу, блядь, миллионы брать, но я все равно буду раздавать их бомжам. Но, ребят, вы же понимаете, что мне надо тоже самому зарабатывать. Как бензин, куин, блядь. Так что все, ребят, сезон открылся. Поехали искать бомжиков. Найдем на следующие выходные что-нибудь придумаем. Ну, сейчас поснимаем, что как они без меня жили. Живы, не живы. Дед, ребят, не умер. Не умер дед. Просто многие спрашивали, как деду познакомиться. Ребят, забыл, да, многие написали там мне, то, что это не первый раз знакомство. Да, ребят, там есть знакомство, там ссылочки. Ссылочку сбросили. Спасибо, кто, ребят, кто-то внимательно следит, это меня радует. Что-то внимательно, ребят. Еще раз, про старые серии, ребят, я буду перезаливать, потому что многие не смотрели, там вижу по просмотрам, многие не смотрели старые серии, которые интересны. Они будут перезаливаться, ребят. Но они будут перезаливаться в другое время, не понедельница, а пятница, в другое. Ну все, а мы, ребят, поехали. Значит, короче, заехал на речную. Тут, походу, дело никто не живет. Мы поедем сейчас. К дедушке заедем туда, где он меня обычно ждет, потому что вдруг как преданный мой актер ждет меня, поди. Нет, будем искать. Просто я еще раз говорю, ребят, сегодня может не получится все, но хотя бы поищу и предупрежу, чтобы приехал. Хотя, ребят, им всегда плохо, хоть предупреждаю, хоть не предупреждаю. Но тем не менее, надо искать. Ребятушки, приехал дедушки. Поглядим, живут тут нет. Кто? Что, дедушка? Ну, ребят, где-то не знаю, надо искать его. Рыжий! Дед! Кепочка. Кепочка, ребятушки, лежит. Есть кто? Рыжий! Кто там? Гномик ты? А, Светка, ты что ли? Давай, выходи. Ха, сука, Светка мучит. А, вон ты не была-то. Ты не одна, что ли? С кем там? Киса? А? Угу. Киса? Вы же опять живешь вместе, что ли? Угу. Эй, блядь. Мы сошлись. А? Мы сошлись. Сошлись? Когда сошлись-то? Киса? Эй, паскудник, иди сюда, блядь, будем. Можно бить, блядь. Че, вы здесь? Здесь живете, что ли? Нет, мы за ними.
А, ждали меня? Угу. А, бля. Так, я вам сейчас дам водочку, посидите пока здесь, а? Я сейчас пойду съезжу, какую-нибудь машину иду, приеду. Ага. Вы до нас первым живете-то? Нет? А. На трубу, что ли? Не, не говори, бля. В лесу. В лесу? Там, где бабай, что ли, живет? Не. Ну, блядь. Киса, блядь. Че там, блядь, боишься-то? Выходи нахуй, по одному, блядь. А ты, Паша, давай, Светка, на, пачку сигаретом. Я сейчас поеду, поищу. Кого-нибудь видела, деда рыжего? О, киса бухой. Ну, Лену. А? Лену. Че? Рыжий, Лену. Рыжий? И мама тоже, блядь. Сегодня был? Да. А рыжий... А рыжий где сейчас живет? Здесь не... был сегодня, вот там. А не у него сестры живет? Не, он не живет. Да? Все, киса, будьте здесь. Я сейчас поеду, проедусь и приеду, понял? Если никого не идут, наш вам все бухло отдам, и будете радоваться сегодня. Пока. Что за кушать охота? Кушать, блядь. Иди давай покушай, блядь. Пить охота тебе, блядь, паскудника. Нет, я уже так и это. Пить не будешь? Нет, ну как бы сказать, ну пирожков пить, принести. Блядь. Пирожков принести, что? Ладно, все, вот здесь будьте, никуда не ходите туда. Ждите. Слушай. Спроси за симку, а. Да хуй симку пока, блядь, пока не надо спрашивать. Я только приехал, блядь, с отпуска. Я сейчас вас найду, потом будем уже со симкой разговаривать. Давай, все, будьте здесь, я приеду сейчас. Ой, киса, сука, наглый, какой паскуй. А? Наглый. Это, сука, падла. Че, блядь, где Таньку-то потерял, блядь? Ну, так получилось. Че? Это, сука, блядь. Ладно, все, будьте. Я сейчас проеду по городу, посмотрю, кого. Мне надо сказать, что я приехал, блядь. Ну, еще... Я ждать, не ждать. Я сказал, блядь, приеду, нахуй. Ты че, блядь? Вот дал. Я вам, я если никого не иду, вам все отдам, так что вы будете кайфовать. Давай, ждите такой кис, никого не ходит. Я, блядь, буду, сказал, приеду. Все, все. Все, давай, не ответ. Давай, все. Это, бля, рад, что первый раз увидел. Все, рад, что вы сошли. Давай, Светка, ждите меня. Киса. О, Светка, киса напьется, но ты не пускай его никогда, ждите. Давай, все, приеду. На Сергалочке. Поехали. Поехали, ребятушки. Рыжий, видите, в лесу живет, нахуй, рыжий пыжик. Паскудник, да? Вот так вот, ребят. Ну поедем, ребят, я поищу банду свою рабочих сил. Найду, эти подгоню, пирожков куплю, ребят. Ну хули делать, вот так они меня... Вы говорите, блядь, нахуй, ребят. Ну вот такой я человек, блядь. Хотя могу их нахуй послать, им водки хватать, да? Ребят, ну, блядь, ну не могу я, блядь. Ребят, еще раз говорю. Может, они и бомжи. Может, они сами жизни запились, я не спорю. Они, конечно, лентяи, тунеядцы. Ну как-то, блядь, по-человечески, ребят, мне их, если честно, жалко. Хотя всех говорю, не жалейте, ребят, это хуёвое чувство. Блядь, ну вот саму, вот так вот они, ребята, они пользуются этим. Так что все, ребят, поехал. Поищу банду свою. И, блядь, будем договариваться на следующие выходные, ребят. Если все там нормально по стримчику, то, может, договоримся. Нет, блядь, козлы, блядь, бегом, блядь. Еду, ребят, на словочке сидят. Давай бегом в машину, блядь. Еду, блядь, сед, ребят, на словочке. Рыжик, блядь, дедушка Петросян, блядь. Рыжий паскудник. Ха! Рыжий, блядь, паскудник. Ха, сука. Устали, что ли, блядь? Металл-то спрячь, блядь. Нихуя мы, блядь. Куда ты скажешь-то? Блядь, спрячь металл-то, блядь. Металл-то спрячь, хули ты, блядь. Потом заберешь он. Блядь. Вот ты какой же. Че, рыжий, опять что-то в лесу живешь, паскудник? В южном, нахуй, сейчас. Вадим, нахуй. Опять в лесу живешь, рыжий? Да, везде. Все, нахуй. Ой, падла, блядь. Ёбаный, вот, нихуя у тебя, блядь. Че? Андрюха, я перезвоню. Открывай двери-то. Сейчас, дай ему. Вот, блядь, паскудники сидят, блядь, гуля. Какое? Светку-то там. Видел они, блядь, сказали, я вас ебе езжу, ищу, нахуй. Сейчас, поехали, на южник вас сдать надо, паскудник. Сейчас он нас вылез. Че, паскудник, как поживаете? Все нормально. Все отлично? Нормально. А ты, рыжий, что ты давно в лесу-то жить начал? А нет, неделю. Заебался? Неделю. Заебался? Свободной жизни охота? Че, я думал, все сделал, че еще? Че еще делать, да, правильно, рыжий? Сейчас, блядь, давай иди, сдавайся, я тебе водочки дам, блядь. Я хуй только приехал. Думал, блядь. Ну, блин, ночью. 15.03, блядь. Так я, блядь, ночью приехал, хули. Сами, что ли, прикатил? Да. Так я вас, блядь, пошел, думаю, соберу вас, чтобы вы знали на следующие выходные, чтобы, блядь, куда там. А вы, блядь, сед. Главное, я как чувствовал, посюда поехал. Я хотел там свернуть, думаю, блядь, не поеду посюда. Есть, что ли? Или дальше? Да. Вот, сука, блядь, металлопрокатчики они, блядь.
Давай, рыжик, беги, блядь, деда хоть не посылай старенького, то помрет нахуй, паскудник, деда. Деда, потому что... А, дед, тоже хочешь проверять сейчас? В сумке. А, блядь, а что, дед, выпить-то не хочешь? Или ты не пьешь, поди? Погоди. Право, блядь, молодцы какие, ребята, я спаю. Давай, жду, рыжик. А что, пакет-то взял? Взял. А, блядь, паскудники, что творят нахуй? Вот так вот, ребят. Видите, рыжий уже точно выслужил. Паскуда. Сейчас поедем. Блять, а. Лесники, блядь. Рыжик, сдались? Ребята, короче, упал он на. На сколько нах? 300 рублей. Нихуя, была. Хули, все нет. Нещанский подгон, да, денег нету, хули. Ну, хоть такое, вон еще. А как у нас дела там, блядь? Рыжа, не пристегивайся, паскудник, не пристегивайся, вас уже, блядь, все полиции знают уже, блядь, паскудника, нахуй. Да, и... знает. Слышь, бульдога-то видели, нет? Нет. А что вы такие, перекурили, сели, что ли, устали на столовочке сидеть? Да, нихуя себе с конца, блядь. С КДК. От КДК с больнички, нахуй, сюда хуярили, блядь. Сидят, блядь, такие, я думал, блядь, автобус, что ли, блядь. Денег нету, нахуй, блядь, охуеть, блядь. Я думал, автобус ждут, что ли, сидят, блядь. Как покататься решили, блядь. Зайцами, блядь. Это сыка. Рыжик с дедушкой, блядь. Нет, все люди думают, что дед помер, блядь. Да. Ну, пишут, блядь. Дедушка помер, нахуй. Я говорю, какой дедушка помер? Не должен помереть, нахуй. Он обещал меня дождаться, нахуй, да, дед? Да. Сказал, дождусь и помру спокойно, нахуй. Еще до озера как-то надо сесть. Куда? На озеро, вот. Ты же говорил. Я тебе еще раз говорю, вот воскресенье и поедем в следующее. Я просто приехал от вас, чтобы найти вас, сказать, что я приехал. И все, поедем на озеро, рыбачить нахуй. Да, дед? Да. Че, дед, как у тебя, блядь, здоровье? Грыжа зажила, нет? Ну, конечно. Нихуя. Член стоит, нет? Тоже нет? А? Член-то стоит, хоть нет? Нет, конечно. Блядь, у меня все, конечно, нет, блядь. Ёб твою душу, мать. У тебя рыжичок нового. Нормально. Живешь-то где сейчас? Лес-то большой, я знаю, но. В последнее время за заводом идти спал. А, за заводом идти, где я тебя раз находил-то? Все, а как сейчас будем? Как будем соштыковываться? Кого? Соштыковываться как будем? Да. Я могу и у деда спать, могу и там, нахуй. Ноги устали, там я буду спать. Смотрите, Сухорлов, нахуй, он бульдог идет вроде там. Нет, нихуя не бульдог, нахуй. Иисус, нахуй, вас блядь. Паха, Леха, здорово. Паха, Леха. Бульдога ты видел, нет? Ты-то живой хоть нет? На троечку. Иди хоть Вовка Рыжий тебе привет, а похмелиться даст. Или не пьешь? Здорово, Иисус! Здорово. Как у тебя дела-то, нахуй? Да хуёво так. Чё, блядь, пей похмелье, что ли? Ну, конечно. Нахуй, покури ты раз похмелье. Вон, дай пивнуть, нахуй. Иисусу-то. Здоровенько. Бульдога-то не видели? Вот я говорю, 3 дня назад его видел. Где? Здесь сначала на трубах, потом на этом. А с кем? Одного его? По обходу ходил. Одного? С этим, с Толей, с Веткой. Да. Не Толя, а киса. Серега. Киса. Ой. Киса. Славка. А это кто? А это тоже нормальный парень. Такого не высокого роста. Кто? Андрюша, наверное. Вон, дай. Нет, Славка. Пахи. Иисус, возьми, похмелись тоже. Иисус, блядь, сегодня на моде, на. Славка небольшой, высокий. Сдался? Такой, ниже меня. Да вон, пейте. Я вам еще, я им дам, пейте. А кису пока не видели? Не, да. Бульдога. Я понял. Киса-то вон, с соседкой. Вон она, не с соседкой. Ты что сейчас где живешь? Дома. Да ладно, вернулся, что ли? Ключ нашел? Ну че? Ты что, ключ не мог найти, нахуй? Или с Иисусом живешь?
А у вас у каждого своя, своя машинки, нахуй, да? У конечно. Тебя своя, у тебя своя. У каждого, каждого тачка. Бригады, бригады. Все на колесах. Все на колесах, все, все движуха, нахуй, в ажуре. Вообще. Ладно, что, не теряйтесь. Будем увидеться, так будем подогревать, нахуй. Водку-то оставьте себе, с Иисусом хоть поделись, блядь. Само собой. Там парню дайте выпить. Ты не пьешь? Иди сюда. Че, стесняешься? Стоишь ты? Стесняешься. Как жирота, блядь. Ты тоже бомжуешь, что ли? Нет, почему? А, просто выпиваешь? Как зовут этих? Как зовут этих? Виталий. Виталий? Да. Виталий, возьми, похмелись, нахуй. Че ты? Ты что, только пошел сдаваться, что ли? Ну, закрылся. Он закрылся только вот. Только закрылся. Так на южник пиздуйте, нахуй. Так я-то успел. А, ты успел? А, ты не успел. А, Виталий, а, ты тоже не успел, что ли? Успел. А, не успел, то-то поздно. Иисус, блядь, всех наебал систему, нахуй. Один Виталька, блядь, остался, нахуй. Ну и что, Виталик, до южника сходишь, хули? Южник открытый, мы сейчас проезжали. А сейчас это не откроется, что будет? Через 20 минут откроется. Да нет, блядь, дай пускай не пьют, я тебе дам, хули ты. Глоток-то. Ну, блядь, дед, блядь, дай глоток, нахуй. Пацанам, все нормально, поправил хоть трое? Нормально. Ладно, что, следующий, я просто в бич только приехал, думаю, поезжу, поищу, кто может, живые, не живые вы, блядь. А кто с голубем умер? Кто? Не знаю, вообще-то там. Никто, там? Кроме голубя. Не, а кто сказали, второго нашли? Я не слышал. С голубем второго, говорят, нашли? Да. Мы сейчас пацанами поедем, наверное, с голубя на могилку похмелимся, я его находил на могилку. Не знаю, Пашка, я не слышал. Я вот не думал, что голубь-то, бля, как умер, блядь. Ну, говорит, возле церкви, да, вот, церкви. У церкви его, говорит, нашли, нахуй. Ну. А слушай, а кто мне, это, в доме кто сгорел? Да там нет. Там не, нет. Там вот давно сгорел. Он же в бане жил. Ну, и там а сгорел. Нашли его у церкви, я не знаю, что он туда поперся, никогда туда не ходил. Может, пошел грехи замолить за вас, блядь. Может быть, ну, блин, это не факт, но, блин. Ладно, все, добивайте ее тогда. Ладно, все, ты наш дома трешь сейчас? Да. Точно, блядь? Да. Пиздец, блядь, наверное. Ты че, блин? Иисус врет? А нет, ты не Иисус, ты же джигурда у нас сейчас, не Иисус. Ты тоже уже. Ну, так. Ладно, все, давайте следующие выходные приеду. Я просто приехал попроведать вас, хоть живые, не живые, блядь. А тут думал, с голубем может, блядь, кого-то за голубем ушли. Все нормально. Все нормально? Ладно, все, давайте, пока. Давай. Давайте. Пока. Все, ребяточки. Давай, давай, спасибо. Давай. Ну что, поехали давай до кладбища съездим, до голуби. Помянем, да. Где, говорит, рыжий фестиваль? Что за рыжий фестиваль? Голый. Где? В лесу, что ли? Где? На бункере. На бункере. На том, где детинашка, что ли? Ну где он? На Королёва. А, на Королёва. Я говорю, где детинашка? Там бабы иду все смеются, нахуй, убираю. А что, ты голый? Зачем писька трёшь? Я хуй его знаю. И ухой. Ухуси. Бля, ну ты даёшь. Я танцовал. Голый, блядь. Танцор писько, да? Полностью голый, нахуй. Охуеть! Рыжий, блядь, посходник, блядь, звезда интернета, блядь, с дедом нахуй. А вы, блядь, исполняете. Так вам, блядь, культурная вещь. Ладно, ребята, мы поехали на кладбище, сейчас помянем и поедем на Светки, нахуй. Помянем голуби, пацаны. 40 дней, наверное, там у него. А, не, 40 дней не пошло, но 9 дней помянем его. Рыжий пьяный опять деда нахуй послал, блядь, да? Нет. Да кого? Я-то выпил 3 лакушки. А? 1. Чистого, не разведенного, что ли? Нет, развел. Его ждал. Нихуя не пришел. А рыжий, как паскудник, а его жила не приходит. А он там, а нахуй, не ждал. Светка. Где-то до сюда, вон, где, вот. Вот. Где-то тут внизу. Вот здесь, да? Здесь. А этого, блядь, багажника, виден, ехать живой. Багажник не ходит, где забродит, потому что. Ладно, хоть не в баских шмотках, блядь. Я его как-то нашел. Да он хули тоже башка-то не варит, нихуя. Ну, пошел на приханку по входу. Мало хули в А что это? Киса с Танькой-то что расстались? Танька-то где сейчас? Охуеть. Она там с другим с этим-то уже снимается. Да? Ну, вот. Приезжий. Санта-Барбара. Ебать мой хуй, блядь. Санта-Барбара. Надоед, блядь.
Я понимаю. Вот так вот, ребята, вы говорите там, блядь. Вот у меня. Вон бомжики у меня, молодцы какие, блядь. Так что мы сейчас поднимемся, да, рыжий, с колен, блядь. Да, вот, следующие выходные поедем на рыбалочку, нахуй. Дедушка будет рыбалить, нахуй. Да, дедушка? Так что вот так вот, рыжиком, блядь, я им сочевой, сам не буду брать сочевой, нахуй. Ну, порыбачим с ними, потом пойду домой, их утром увезу. Загорают, нахуй, может, рыжик опять голым там потрясется чем-то, нахуй, да, рыжик? Все, покупаться хоть можно. А ты сыка, рыжик, паскудник, нахуй. Вот так вот. Короче, в баню ходил. Но. 500 заплатил. 500? Да. Нихуя себе, блин, в номера, что ли? Номер. В номер? Да. А бабки-то где взял, паскудник? А? А бабки-то где взял, блин? Где, ну, железо набрал. Нихуя, а что ты, блядь, не мылся, в баню пошел, блин. Встречал мужику в баню. И что, тебя пустили в номера, блядь? Ага. Ты сказал, что дед, блядь, тебя знает там, наверное? Нет. Как нет? Пришел, заплатил, иди. Нихуя себе, ребята, блядь, деда научил, блядь, в баню ходить, блядь. Вот так вот, ребята, хоть чему ты научил. А дедушка намылся? Намылся. Писюн-то мыл? А? Писюн-то мыл хоть? Конечно. Ну, слава богу, нахуй. Ладно, ребят, сейчас кушать. Не везут ее нахуй. Да, пошли, бля, металл есть вот. Бери. Бери там, закусите, нахуй. Ребят, приехали на кладбище, пошли сейчас. Помянем, нахуй. Помянем. Дедушка, бля, где кепка там у тебя? Гляжу, валяется возле бамбулюка ЛДПС-ка. Рыжик, паскудник, блядь. Все, вернулся. Все, ребят, так что, кто там писал, что рыжик не бомж? Рыжик бомжик. Так что давайте, блядь, прекращайте нахуй. Начинайте смотреть нас опять канал. Да, рыжик? Живые. Все, ребят. Ну, я думаю, видео наберет это видео 5000 лайков. Знаешь, блядь, все. Быть рыбалки, нахуй. Вот сюда, рыжик. Пожди сюда. Знаешь, быть рыбалки. Поедем на рыбалку. На новое, да? Ну, там до конца надо идти. Ну, вот рыжий паскудник. Вот раз как-то, ребят, кто помнит серию, рыжик искал Коляна с Игорем, блядь, на кладбище. На обманул нас, блядь. Мы искали, не нашли, блядь. Это рыжик. Там они, там. Да? Да. Блядь, слушай, ребят. Надьку знаю, где лежит, нахуй. Какая Надька? Вот это. Хомякова, нахуй. Ну, бля, я ее не знаю. Взяли, нахуй. Дедушка, видите, где свитер дедушка проебался? Какой? Взяли, ну, мать. Который к телу прилип-то. Я хуёво знаю. Нихуя себе, блядь, такой свитер, блядь, люди тебя по нему узнавали, по свитеру, блядь. Сейчас пусть так. Узнают, да? Скажи, где ты сейчас поменялся? Рыжие кроссовки где-то отжал, нахуй. Мои? Я говорю, отжал, нахуй. Они ему не понравились, знаешь, сейчас туфли как нахуй, брони ебал эти кроссовки. Сука. Тупляк, заебись, нахуй. Блядь, а как там будем рыбачить-то, как вы там спать-то будете, под чем? Че? Ты что, вы не спали, что ли? Он в багажник одеяло закинет и все. Да. А поперек одеяло. А посмотрим. Ребята, обещать не буду, попробуем, может там базу им сниму. Не надо. Сниму, блядь, если люди помогут нахуй. Кое-как это, порыбачим. А может, ребята, с ними останусь. Только, сука, они меня напоют нахуй. Паскудники нахуй. На машине по фестивалям погоняем. Хули там. За городом-то похуй нахуй, за поселком-то похуй, гоняй нахуй, блядь. А я бы только в сосну нахуй не уехать нахуй. А я видео выпустил, как с дедом познакомились, там первое видео вышло. Ну, перезалил его старое. Люди многие не знают. Люди, блядь, что, дед тоже умер, что ли? Ёпты мать, хоронят его нахуй. Дед. Дед. Перед дед, блядь. Руки, запахи, нахуй. Сегодня опять спина, блядь. Да не спина, а этот ебаная. Кто? Грыжа гуляет. Она тебе не поможет, то что сказать. Дед, блядь. С грыжей, нахуй. Сидят на остановочке, ребят, ну это, блядь, как я, блядь, как умудрился поехать через сюда. Цыка, паскудники, ребят, блядь, что? А мы как бы не рассчитывали, мы все-таки в следующее воскресенье только. Нет, я, блядь, я приехал, я же говорю, приехал предупредить вашу, блядь, все, я приехал тут, нахуй. Думаю, хули. Все, и это как бы. Орлов собирать. Думаю, рыжий-то у вас из рук, я думаю, а сайт, чтобы рыжим как-то передали, нахуй. Маляву ему прислали нахуй. Думал, по дороге нахуй, заслали нахуй. Лови коней, да, бля. Думаю, дедушка, блядь, может там сидит, меня по старинке опять ждет там на камушке-то.
Крючок, 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 кепка твоя лежит. Не, мы нахуй не взяли. А там Светка, а там Светка замучала. Я думал. Светка с Серегой есть. Ну. Трубах, нахуй. А, сука, они везде расставили свои эти, блядь. Маячки, блядь. А что это? Гномика-то так не видели? Нихуя. Что-то где-то пропал, какую-то дурку свою ушел. Все, и нахуй. Маш, пойди. Пойди. Арестовали, увезли нахуй. В рабство нахуй. Куда-нибудь опять. Вот, ребят, видите, вот вам. Вот вам все, ответы на вопросы. Где гномик, вы все задаете вопросы. Вот Рыжий ответил, не знаем, ребят, не знаем. Я да в Каменск, наверное, увезли опять нахуй. А не, может, не в Каменск, а в этом. Может, еще куда-нибудь, как она, блин, меня тогда. Блин. Ну, короче, туда увозят. Куда, туда увозят? На кладбище животных, нахуй. Ну, все. Бабушка сюда постоянно приезжает. Банку, супа ложит. А ты ешь, да? Я... А что, выпивку-то ложат? Нет? Ложат, что, ходить что ли сейчас? Не, сейчас-то зачем? Ты, дед, на кладбище не ходишь? Ты что? Че ему, нахрена тут даже через молокозавод идти-то? Ну, ты же нас водил, помнишь, что раз, блядь? Мы ходили, блядь. А тебе, ты же рядом тут живешь сейчас. Ходит, на АТИ. Ну, ты Рыжий тогда, блядь. Все, еще воскресенье-то хоть будет на, здесь. Слышь? Ну, блядь. Там у меня будет. Там она будет. Где? Ребят, как вот быть, я не знаю, блин. Может, в субботу вас увезти, блядь. В воскресенье спокойно потом привезти вас. Потому что там понедельник, работа. Не знаю, ребят, разберемся. Сейчас с ним. Рыжему сейчас свою мобилу дам, нахуй. Сенсорную. Я помню, который где я тебя копал. Вот здесь я таскал лес. Есть? Че, ну, почему? Очистили. А, очистили? Валили. Да, вот здесь, вон там, в конце. Игорь такой молодой, бля. На этой стороне или на той? На этой, вот, 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 вот сюда сейчас сразу же. Пойдем. Да, да? Угу, конец. Сейчас мы идем. Не, ну молодого-то я его не узнаю. Не, а там, ну... 31 участок, вон, оттуда.